Thank you.
Я бы хотела нарисовать мечту. Солнце и ветер, молнию на лету. Я бы хотела нарисовать полет. Ветер свободы, что меня вдаль несет. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты. Но красок нет, чтоб возвратить рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говорить прощай. Я бы хотела время нарисовать, чтобы навек улыбку твою поймать, чтобы навечно красок застывших свет в рамке окна оставил твой силуэт. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты. Но красок нет, чтоб возвратить рассвет, чтобы каждой минуте вслед не говорить прощай. Самых главных праздников в городе. И действительно, торжественный прием во властном доме нашего родного города Новомосковска был инициирован мною в 2000 году. И вот на протяжении 6 лет эту традицию я сохраняю. Понимаю, что то, что мы делаем для вас, дети наши, дети мои, это самое главное в жизни любого руководителя должно быть, и любого человека. Я вспоминаю 12 лет назад, когда 27 июня 1994 года, это был мой первый рабочий день после избрания 26 числа, и вот сегодня такой же день, но он намного краше и лучше, потому что он связан с вами, теми, которые самые умные, самые талантливые, самые усердные, самые красивые. С вами выпускники 2006 года, да еще и обладатели золотых и серебряных медалей. Сегодня действительно праздник. Это наш общий праздник. Это праздник
родителей, это праздник педагогов, это праздник организаторов образования, это праздник педагогических коллективов, семей, это праздник власти городской. Но, конечно, это самый главный праздник для вас, потому что начинается новое исчисление жизни. Сегодня еще тот день, когда вы можете себя чувствовать в двух ипостасях. Вы еще не пошли по-настоящему в большую, серьезную и сложную жизнь, а с другой стороны, она уже стучится. Стучится в ваши сердца, в ваши души. И с завтрашнего дня начнется новое исчисление вот той главной, важной миссии в жизни любого человека – оставить след на земле. Вы уже на сегодняшний день очень многое сделали. Уже даже то, что мы вместе с вами находимся здесь, является этому подтверждением. Я очень рад тому, что в нашем городе сегодня получают медали 73 обладателя талантов. Я полагаю, что что бы мы с вами в жизни ни делали, мы всегда должны стремиться к тому, чтобы вот то, что заложено в вас, ребята, на протяжении предшествующих 11 лет, обязательно дало хорошие всходы. Действительно, в нашей стране, на нашей родной земле украинской, должно быть много всего хорошего и доброго, полезного, ценного, того, чего ждут от вас ваши родители, ваши близкие, того, чего ждут от вас ваши педагоги. Вы новое поколение людей. Вы будете свидетелями больших достижений. Я убежден в том, что нашей стране, Украине, небесами уготована прекрасная судьба. И вот вы заканчиваете школу. Вы ее закончили. Закончили достойно, с честью. Дальше вы будете учиться. Еще будете учиться. И всю жизнь вы будете учиться. Потому что сама жизнь заставит вас овладевать не только знаниями в высших учебных заведениях, а овладевать знанием жизни. От вас очень многого ждут те, кому вы дороги. Сегодня в этом зале присутствуют родители. Не все, конечно. Потому что зал мал, когда-то мы построим больше. В этом зале присутствуют педагоги ваши. Это близкие люди вам. И они о вас, даже несмотря на то, что вы пойдете в самостоятельную жизнь, они о вас будут помнить еще долгие-долгие годы, десятилетия. Потому что у вас они оставили частицу самих себя. Свое здоровье, свой опыт жизни, свои знания и свою душу в вас вложили. Поэтому сегодня у вас тот день, когда вы, получая заслуженные награды за свое отношение к работе, потому что учеба – это ваша работа была, и вы работали очень достойно, честь вам и хвала, и слова благодарности за такое отношение к своей семье, к своей фамилии, к своему роду и к нашему городу. Вам много будет в этот день, 27 июня, звучать не только приветственных, а главным образом напутственных слов. Сегодня в этом зале, в течение сегодняшнего дня, вечером на общегородском празднике, соберемся на стадионе уже, всем выпускам 2006 года в 19 часов, и там у нас будет праздник. А потом в школах, на выпускных вечерах, и ночью в том числе, до зорики самой. Но во всех напутствиях
обязательно будет сквозить пожелание вам счастливого жизненного пути, чего и я вам желаю. А еще я хочу вам в вашу самостоятельную жизнь, давая сегодня путевку, я хочу, чтобы вы обязательно запомнили, что вы из города Новомосковска, что наш город действительно один из лучших городов и не только нашей Днепропетровщины, а и Украины. И что в нашем городе очень много того, что помогло вам стать такими, какие вы есть сегодня. И обязательно запомните, что из всех грехов, существующих в обществе, в мире, среди людей, есть два больших, самых больших греха. Делать зло на родной земле и быть бедным на своей земле. Причем в широком смысле этого слова. Делайте то,